Не за горами у нас весенняя охота, поэтому сегодня я хочу с вами поговорить о утиных чучелах. Вы на канале Охотник и Рыболов Заполярье, меня зовут Виктор, здравствуйте. Итак, у меня в руках утиные чучела фирмы Northway. Почему мы выбрали именно эту фирму? Потому что, во-первых, чучела у нее не настолько дорогие, как у остальных производителей. И подходит по всем нашим характеристикам. То есть нам в чучеле главное ее вес и габариты. Ну и конечно же, чтобы она походила на настоящую утку. Итак, вес данного чучела составляет всего 130 грамм. Габариты при транспортировке у нее значительно меньше. То есть это чучело сминаемое. Вот примерно так оно выглядит при транспортировке. Смяли, места мало занимает, красота. Далее, приехали мы в место предполагаемой охоты. Вот, нам нужно расставить наши чучела. Что мы делаем? Просто их расправляем. Если какая-то часть полностью не вышла, здесь есть отверстие, в котором можно просто немножко поддуть. Вот. Надувать эти чучела не надо, это не, вам не надувные шарики. Их просто отверстие для того, чтобы их можно было поддуть, не более того. Чучела выполнены из мягкого пластика, то есть они долговечны. С данными чучелами мы уже не первый год охотимся. Они себя отлично показали как весной, так и осенью. Прошлой весной с этими чучелами мы сидели на реке. Довольно-таки отлично постреляли космаря. Ну, космарит у нас хохлатая чернь, так называется. Осенью мы с такими чучелами охотились на озере. И там гоголь просто вот с ума сходил. Просто падал, не смотрел вообще ни на что. То есть ему чучела очень-очень нравились. Принимал их просто за свои. На некоторых чучелах фирмы Northway есть снизу клапан, вот в этом месте установлен. Выглядит он примерно вот таким вот образом. Это мы сейчас приобрели казарку для весенней охоты. Думаю, будет круто. Так. Но на сайте производителя есть такая надпись: выдерживает попадание дроби. И я решил это проверить, отстрелявшись по одному из чучел. Вы знаете, чучело после этого продержалось полностью всю охоту и до сих пор, грубо говоря, в строю. Сейчас мы используем только эти чучела. На некоторых форумах очень часто пишут, что вот какие-то вот неровности, я не знаю, вот будет вам видно или нет, вот, какие-то вот такие вот изгибы на чучеле очень сильно влияют на утку. То есть она их замечает, начинает отворачивать. Ничего подобного, ребят. Изначально утка издалека замечает черно-белый цвет. Поэтому когда-то, вот раньше, когда мы охотились еще самодельными чучелами, все чучела у нас были черно-белые. Вот. После того, как она заметит, она подлетает ближе. На расстоянии метров 20. Она видит эти чучела, но не видит эти изгибающиеся формы. Но когда она уже подлетает на расстояние выстрела, либо садится, вот, тогда у нее скорость и минимальная. Поэтому как бы тут уже все зависит от стрелка. Так что я думаю, не стоит обращать вот на такие вот мелочи. Ну, если кому-то они уж край как не нравятся, перед охотой обработайте их феном, то есть горячим воздухом. Чучело нагрели, поддули немного, клапан закрыли, подержали, она примет форму. Так что здесь ничего страшного в этом нет. Это, ребят, не реклама этой фирмы, это просто делюсь своим опытом использования данных чучел. Эти чучела приобретались на сайте Аквазон. В принципе, там можно подобрать любую комплектацию. То есть, если вам надо побольше самок,
указываете в заказе, либо общаетесь напрямую с продавцами, они вам сделают ваш комплект. Данное чучело сейчас, комплект из 6 штук, стоит 2400 рублей, то есть 400 рублей одно чучело. В принципе, это отлично. Ах, да, и еще. Эти чучела себя отлично показали на волне. У этих чучел проблем с этим нет, так как есть огруженный киль. И даже при боковом ветре они, если наклоняются, то встают обратно. Обратно как им надо. Так что чучела на самом деле классные. Если есть вопросы, пишите в комментарии, отвечу всем. Ну и у меня, наверное, на этом все. Скоро охота, скоро поедем. И еще целый плейлист я оставлю в конце этого видео. Можете сами зайти, посмотреть, как чучела работают, как утки налетают. Надеюсь, вам это понравится, будет интересно. Ну а у меня на этом все. Пока-пока, ребят.